Может, если руку вставить, он судьбу предскажет, там кредит один. Куда вставить? В рот вставляй. В рот ему вставить. Вот это маникюр. Человек никогда не стар, чтобы учиться. Новые знания принесут вам успех. Надо быть очень умным, чтобы выиграть у меня, Радон. Хочешь проверить свои способности? Думаешь, очень умный? Давай проверим. Сможешь меня обыграть, награжу тебя жетонами. Сейчас я буду задавать тебе вопрос. Морские ежи дышат жабрами? Продолжай в том же духе. Правда, что на ногах страуса три пальца? Молодец! Может ли дикобраз стрелять своими иголками по врагу? Молодец! Правда, что самым теплым океаном считается Тихий? Нет. Неверно. Правда, что Земля тяжелее Солнца? А ты умнее, чем я думаю. Правда ли, что Евразия самый маленький континент? Нет. Правильно! Правда, что оба родителя высиживают яйца страуса? Оба родителя? Да, да. Неправильно. Нет? Правда, что крокодил глотает камни? Я думал, да. Хорошо. Правда, что тушканчик является самым мелким грызуном? Нет. Правда ли, что Гулливер был великаном? Да. 7 из 10. Спасибо за жетон. Никому не читал. Прикольно.